Между лидерами России, Украины, Германии и Франции состоялся телефонный разговор на фоне растущего напряжения в Восточной Европе. Конечно, первопричина этой напряженности – это кризис на Украине. Именно об этом разговаривали Владимир Путин, Петр Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель. Лидеры договорились о ключевых приоритетах в разрешении украинского кризиса. А именно это дальнейшие переговоры между Киевом и Юго-Востоком Украины, а также продолжение процесса обмена военнопленными и отвода тяжелых вооружений из зоны конфликта. Лидеры также договорились продолжить такие же разговоры в четырехстороннем формате, так называемом нормандском формате. Именно так стали называть такие переговоры, в которых участвует Москва, Киев, Берлин и Париж. Тем временем противоречивые сигналы поступают из-за океана. До сих пор непонятно, какие следующие шаги будет предпринимать Вашингтон. С одной стороны, госсекретарь США Джон Керри заговорил о возможности отмены санкций против России в течение следующих недель или даже дней. А с другой стороны, Конгресс США по-прежнему ожидает от президента Барака Обамы подписания документа, который предполагает ужесточение санкций против России, а также предоставление Киеву беспрецедентной военной помощи.